здесь и отсюда. Или же забраться к нему на спину и ноги туда засунуть и руки отсюда держать. Значит, я, например, лежу на животе, значит, надо сесть сверху. Не надо туда ноги запускать. Сесть сверху и лежать на нем. А я приду по заднице, да. Ты ее бросал? Ну что ты стоишь? Бери и бросай. Пошли, а я буду сейчас. Ходи. Удержали ее в ком и разойди назад. И что? А ты назови сегодня вторник. Сегодня вторник, завтра вторник. И все нормально. В понедельнику надо готовиться. Тогда в воскресенье. То есть, не ложиться поздно спать. Да? Делать уроки. То есть, чтобы в понедельник пойти в школу и уже быть получше себя чувствовать. А если не было поздно, да, смотрела фильм, то, конечно, устала. Хочешь спать? Так, есть раз. Молодец. Я вам подумаю. Удушающийся. Так, вот удушание там. Сейчас я иду. О, добрый, ты лежит на свете. Вот так, работает. Проби, вот. Проби, пройти наверх на него. Дай, вот сюда. Ты вообще не работаешь. Это Виталин? Да. Сейчас мы там вот пацана позадимся, дадим. Уходи. Уходи. Держи его вот так. Так, о, отлично, жопа, торчит. Давай, 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 давай. И потом в душу, на две камни держи, в душу я не делаю. Держи его. Уходи. Так, девочки ушли, сели. Заправились. Первое, что команда Матеуса заправить. Так, Маша, сейчас возьмешь их. Здесь они мешают мне здесь. Ну, простите, мы пойдем. Так, чтобы шпагат они поделали, вот здесь, чтобы это. Дальше поставили. Вот так. Нет движения. Раз. Хоп. Все более. Вот смотри, сильно на кине, чтобы тренировать. Стали по парам, как были. Разобрались. Приготовились пленницу делать. Можно мне, Миш. Какого? Не могу. Дай. Я. Где будешь стоять? Ты же вот тут стоишь. Еще сюда. Еще сюда. Андрюша, чуть-чуть подвижь. Денис, что ты ходишь туда-сюда? Встань с той стороны. Как говно в проруби болтает. Встань и все. Дюнис, он вышел и встал. Не хочет бороться. Вот. Никогда не видел Даника. Да? Или друга не видел. Ой, где ты берешь заклад? Бери выше заклад. Первый номер делает, три броса, и кто сделал, стоит, ждет меня. Хаджи, раз. Дай, а ты еще не можешь взять? Заклад, не можешь правой рукой? Ниже, левой.
Еще ближе. За хозяйство звездное. Больше выпьем. Все три раза. Три один, три другой. Второй делай. Хочу. Локоть держи, локоть держи. Рука сверху, Николай. Рука. Так. Вот так, причина, Мишаня, что там у нас? Здесь уходит в сторону. Хорошо, вот ставим. Ты бьешь и бросаешь перед собой. А нужно, значит, что, под него садить? Между ног. Так, что ты стоишь? Значит так, делаешь три раза задние подножки, три раза через стенок. Одной, потом другой. Давай, Руслана, пока она не проснется. Так, сейчас делаем в другую сторону. Первый номер, три броска. Отсюда. Другой рукой берем, Руслан. Пошли, раз. Эй, в другую сторону. Два. Приготовились. Три. Андрей, рукой сюда, а то он падает назад. Тебе... Иди, Матэ, послушайте меня сюда внимательно. Если вы делаете бросок, и он падает в ту сторону, пацаны, да, будет считаться, а под зубой не будет считаться. И вы еще можете получить замечание. То есть бросок назад, а если вы еще упадете на него, концов ума. Так, второй номер. Джим! Выше бери, Катерина, выше. Тащи, тащи рукой вниз. Тащи. Что ты сгибаешь, мам? Поверь. Это урок. Вот и все. Все надо пропустить. Матэ, поменялись. Первый номер. Один раз вправо, один раз влево. Один раз вправо, один раз влево. Отсюда. Раз. Еще раз. В другую сторону. Два. Вправо. Три. Далее. Руку сверху. Четыре. Поменяли. Значит так, внимание сюда, стоп. Значит, есть хорошие приемы, типа перед стойкой. Значит, что мне хотелось бы? Вот проводя соревнования или проводя тренировку, кто лучше всех. Значит, я ставлю фон, вон, снимаю и куда? Фейсбук вижу. Фейсбук ставлю. Чтобы видно было, да, чтобы ваши родители видели, что его сын лучше всех бросает. Ему приятно. Он будет ходить делиться с родственниками. Это не обязательно один человек. Если будут троих, классно получаться. Поставлю троих. Но для того, чтобы вообще супер, мне надо еще научиться. Есть такой бросок, убирается фон. Хромакей, кстати. Хромакей, ну, как бы... И это самое, да. Для того, чтобы убрать фон. И чтоб четко был бросок, например. Два синих кимоно, сзади белый фон. Или наоборот, два белых кимоно, сзади черный. Баба, 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 ууу, класс. Значит, надо быть лучше. О май гад, кто у нас новый? Ой-ой-ой. Наверное, кимоно придет. Да. Публика была. Ну, спасибо. Это он мне кимоно, но этот на день рождения принес мою, подарок. Так, приготовились, дай второй номер. Вот посмотрите на Дениса, что он делал вчера. Сразу понятно, что он не готов к тренировке. Чего не? Вот что я делал вчера, скажи. Вчера ничего не делал. Нет, смотрел телевизор. Так это еще хуже. Да честно. Джек! Раз! В другую сторону. Два.
Другую сторону! Четыре! Хорошо! Так! Андрюха, на живот! Коля, на живот! Миша, на живот! Саша, на живот! Даник, на живот! Так! Сырба, на живот! Вы вдвоем. Стоп, стоп. Вы подвиньтесь на синюю зону, а вы перейдите девочку туда. Вы всех закрывали. Хотя бы... Стой, у тебя есть родители, Руслан? Делай хорошо бросок. Подставай. Видит? Мам, бросайте. Руслан, супер. И не можешь, чтобы ты была чемпионкой. Ты уже что-то делаешь. Если бы... Готов? Это... Так это что, тоже не полетаешь? Нет. Вот, либо здесь, либо вот там, просто они вот там просто. Давай, Руслан. Итак. Давай, мама, все сверху. Готовы? Ваша задача сделать удержание болевое дышащее. Задача нижних не так сделать. Начали. Боремся одну минуту, потом будем меняться. Еще давай! Право два бруска, влево два бруска. С бедро, задняя подножка, а потом за тобой. Ну, сколько бабы? Шпагат они делали? Нет, так дай шпагат. Мать иногда не готова шпагат. Ты же говори, когда ты новый прием делаешь. Вот, ты говори. Андрюха, на пен, ложись на спину. Ой, на живот. Все защищаете. Низкий паттерн, высокий паттерн. И на животе. Все, вы защищаетесь, вы нападаете. Я скажу, через 20 секунд. Матея, поменялись. Хаджиме. Второй номер. Боремся. Денис, иди сюда. Стой стойко! Стой до трех раз. Два. Вы вдвоем идите туда в конец, а вы остаетесь здесь. Маша, ты делаешь бруски? Да, я объясняю. Два вправо, два влево. Что ты разговариваешь? Я объясняю. Не надо ей объяснять. Ты ее три раза брось, потом объясни. Объясняю тебе. Смотри, Маша, делай. Три броска задняя подножка, три броска бедро и три броска зацеп голени. В одну сторону. И уходит. Следующее. Пусть их падает. Ну, Встаньте сюда, пожалуйста. Сюда. Итак, мельница. Право-влево. Право-влево. Приготовились. Семёна, денег я получил, который меня вас не поздравил. Я забыл, Серёна, честно говорю, забыл себя. Как? И что, будем целоваться теперь, что ли? Нет, нет, нет. Я у мамы не помню, когда тебе надели. Ты знаешь, нет, вот, нет, ты свой, знаешь, когда? Я знаю, свой, знаешь. Ну и все, и хорошо. А я тебе напомню. Так, готовы?
согревает. Что, придет к вам, что ли? Нет, вам в Греции. Ну, так кто кого ты ждешь? Никого, я. А, ну давай, замотай, потом все будет поработаешь. Чтобы он пол хотел побороться, вот и поборешься. Так, мельница, право-влево, первый номер. Работаем 30 секунд. Делай, сырбу, делай, шендра, делай, Тауренсию, делай, да, делай, Андрей, делай, Макс. Приготовились. Асана, право-влево. Раз. В другую сторону. Два. В другую сторону. Стоп. Одну секундочку. Мне тяжело контролировать. Посмотрите внимательно. Поэтому, пожалуйста, берите за оборот. Да, один оборот, потом другой. И я уже буду четко понимать, в какую сторону вы кидаете. Приготовились. Осталось 20. Внимание. За ворот. Кто бросает, держит за ворот. Кто падает, держит за лоб. Чуя. Раз. Два. Три. Миша, целый курорт. Четыре. Андрей, я говорю держать от ворот, поэтому головой в колено голову получил. Хорошо, что мозгов нет. Поменялись. Вот отсюда и травмы. Слушайте, тренер. Приготовились. Кто? Ну кто, второй, наверное? Нет. Кто? Пусть я. Да, может, сын опять. Хорошо. Раз. Она держала, держала рука, вот туда падает, она держала. И еще не поворачивай. Два. Спасибо. Вот так, так, зашел опять. Вот, а что ты? Отсюда кидай, сюда, отсюда, туда. Три. Четыре. Пять. Шесть. Я. Матея, так, внимание сюда.